А почему вот отпускать? Вы можете женщину остановить? Одну секунду. Вы можете женщину? Женщина, стойте! Остановите женщину, пожалуйста. Вот эту женщину остановитесь, пожалуйста. Остановитесь, пожалуйста, участвовала. Остановите, пожалуйста. Сейчас был вброс осуществлен на участке. Вот, пожалуйста, остановите. Вот эти люди вбрасывали. Снимаю, журналист. Молодец, тебя поздравляю. Мы журналисты, имеющие право да. снимать. Ребят, не выпускайте, пожалуйста. У вас вброс был. Если вы не пропустите, пусть уйдите отсюда. Это уголовное дело, воспрепятствование. На выяснение обстоятельств. Да, нет, пожалуйста. Вот женщина. Журналисты, на каком основании? Журналисты, пожалуйста. Мы осуществляем не редакционное задание, мы осуществляем, не надо выходить никуда. Женщина, мы по закону о СМИ имеем право снимать. У нас вы будете нарушать закон о СМИ. Если мои фотографии будут там. Имейте право, господа, на юридическую помощь, на переводчика, на выдавление близких родственников, либо близких лиц. На задержание. Камеру бери. Также имеется право на отказ от дачи объяснения. Ситуации, уважаемый, веди себя прилично, пожалуйста. Вы сами сказали. Веди себя прилично. Вы сами сказали то, что он не имеет права только что. Веди себя прилично. Группа наших людей внедрилась вот в команду вбрасывающих. Значит, у них инструктаж будет, им обещали по 1000 рублей после того, как они придут на участок и вбросят по 8 бюллетеней с галочкой «За Единую Россию». Значит, в тот момент, когда люди оказались на участке, наши 4 человека, это журналисты, активисты «Солидарность», они, значит, позвонили нам и, собственно, вот попытались пресечь попытку вброса. Благодаря сотрудникам милиции вот удалось 3 человек из вбрасывающих задержать, и сейчас вот я надеюсь, что на них составят протокол. Туалет избирательного участка. Вот здесь вот, пожалуйста. Здесь вот лежит стопка бюллетеней. Значит, мы разворачиваем. Здесь «За Единую Россию». Вот, пожалуйста, вы тоже свидетель. В туалете лежала стопка бюллетеней «За Единую Россию». Вот сколько здесь? Давайте считать. Раз. «Единая Россия». Два. «Единая Россия». 3 «Единая Россия». Вот здесь вот сейчас нашел, вот засняли на видео. 3, 4, 5, 6, 7. И все «За Единую Россию», обратите внимание. 8, 9. Итого у нас ровно 10 голосов. Пожалуйста, в туалете лежала стопка бюллетеней. Пожалуйста, вот здесь все, печать официально. Пожалуйста. И вот бюллетени, вы видите, что галочки проставлены. Давайте посмотрим. Вот у нас партия жуликов. Да, где они? Вот, пожалуйста. Да. Ну, обратите внимание. То, что предвыборных жуликов, это 100%. Префектура участвует, префектура в сговоре. Значит, я требую сейчас от Следственного комитета заведения уголовного дела по соответствующим составам, статьям. Мы проконтролируем заведение уголовного дела. Есть свидетель, есть уликовый материал. Значит, сейчас я вызову дознавателей, они зафиксируют все эти доказательства. Значит, и будем разбираться в уголовном порядке, именно в уголовном порядке. Хотелось бы, конечно, набить морду, но так как я цивилизованный человек, будем разбираться в порядке российского закона, в уголовном порядке вот с этими фальсификациями. Кто у нас карусели? Кто задержан карусели? Вот эти. Значит, прошу их опросить. Получить показания. Все сделаем. Никто еще ни за что не задержит. Еще ничего вас не просили, дорогие товарищи. Представьте, я вас убедительно прошу, мы будем разбираться. Вы разбираетесь, конечно. Вы не тяните только время. Будем. Фамилия, имя, отчество председателя комиссии. Комиссия, председатель суда. И побыстрее. Ну-ка, давай сюда. Стоп. Женщина, вот они. Стоп, куда? Ну и черт у вас происходит, пойдем. Не разбираемся? МВД есть? Есть МВД. Дознаватели есть? Есть, работает. МВД работает. Где как председатель комиссии? Сюда. Она сбежала. Позовите эту дуру сюда. Она сбежала. Бежала? Арестуйте ее. Я спрашиваю, почему у вас это происходит такое здесь, на территории?
здесь организовано. Что здесь организовано? Здесь организовано фальсификация и жульничество. Статья 144-143. Не шумите. Я не шумлю на вас, я вам громко объясняю, чем вы должны заниматься там утра. У нас была встреча с некой Анной. Фамилию, к сожалению, мне неизвестно. Эта Анна являлась в данном случае координатором всего этого действия. Она собрала нас, порядка, по-моему, 26 человек. В конечном итоге, когда мы пришли уже в префектуру, нас стало 40. А просто у метро отлавливало? Нет, это люди целенаправленно приехали. Тем временем еще группа журналистов. В частности, я вчера вечером ей отзвонил, назвал свои паспортные данные, сказал, что какая-то формулировка, что я звоню по поводу подработки. За это дело платят. 1000 рублей, в смысле, за вброс 70 голосов. По 10 на каждом участке, 7 участков по району. Собственно, нас проинструктировали. Выдали сумочки, которые там лежат, их хорошо видно. В каждую сумочку запихали по 10 бюллетеней, дали липовые, не липовые, настоящие открепительные удостоверения человека, который не ходит на выборы. Плюс нам дали, у меня Гудков отобрал талончик проездной, который является опознавательным знаком, который нужно было показать председателю комиссии, чтобы она поняла, что мы жулики и воры. И выдала нам бюллетень, не забирая открепительное. Открепительный паспорт остается у нас, мы идем с бюллетенем, в него вкладываем 10 уже проставленных бюллетеней, там стоит галочка за 6 пункт. Подошли к урну, кинули, ушли, и так 7 раз по 7 участкам. Собственно, мы не дали бросить, чтобы не было повода этим людям инкриминировать какую-то уголовную статью. Мы пресекли вброс в самом начале, и вот с тех пор такой балаган здесь происходит. Люди сбежали просто. Ну, как видите, это того стоило, потому что, возможно, мы спасли этот район как минимум от 100 голосов. Да, вот по внешнему виду, ну, очень забавные личности. Я не хочу никого оскорбить, но просто видно то, что, ну, людям на страну плевать и на себя плевать, в частности, в принципе, на свое будущее. Многие из этих людей, ну, не знаю, что многие, но некоторые из этих людей иногородние, которые прибыли в Москву, собственно, из Подмосковья ближайшего, но, тем не менее, это не Москва. А голосуют они здесь. Здравствуйте.